Мы видели, что вчера нам не повезло, сами ошиблись, Дина воспользовалась этим. Мы настраивались, у нас не было шанса больше проигрывать, поэтому мы настраивались, как на последний бой. Сегодня нам больше повезло, мы, слава богу, выиграли, будем биться дальше в Троицке. Тюмень постоянно участвует в играх плей-офф и очень часто играет 5 матчей. У Дины такого опыта чуть поменьше, может ли это вам помочь в решающей игре в Троицке? Ну, у Дины все игроки опытные, я думаю, для них это ничего такого сыграть 5 мячей. Может, где-то мы физически более сильнее, и нам это на руку.